Баклажаны по-корейски – это очень вкусно. Нарезаем баклажаны соломкой и замачиваем в подсоленной воде минут на 30. Далее хорошо обжариваем баклажаны. Пока жарятся баклажаны, нарезаем соломкой морковку, режем перец. Тонко режем лук. Добавляем петрушку. Выдавливаем чеснок и кладем все специи. Как только баклажаны обжарятся, сразу добавляем их в салат. Нужно, чтобы они были горячими. Перемешиваем и даем салату остыть. Посыпаем сверху кунжутом и можно подавать к столу. Приятного аппетита!